Столкновениями с полицией завершилась и массовая акция протеста в Барселоне. Пострадали 15 человек. Более 1000 молодых людей выступили против выселения бездомных из заброшенного филиала банка, где они проживали с 2011 года. По словам очевидцев, акция началась мирно, однако позже некоторые участники марша начали поджигать мусорные контейнеры и бить витрины зданий. Когда полиция попыталась остановить активистов, то в страже порядка полетели камни. В результате был задержан один из демонстрантов.